Доброе утро, дорогие мои. Сейчас мы с вами будем кушать тортик. Это один из самых вкусных тортиков, которые я пробовал. Я вам недавно жаловался, что тортики не делают хорошие. Они стали все немножечко неправильные. И вдруг у меня появился тортик, который мне, ну, очень понравился. Но чудо-то не в том, что он, ну, как раз чудо в том, что он у меня появился, именно тортик. А появился он вчера так. Я топлю баню, ломаю для нее дрова, подъезжает большая серебряная машина, выходят люди и с тортиком. Ну, я, конечно, в недоумении. Говорят, это вам от отца Иоанникия. Он велел передать вам тортик. Он велел передать мне тортик. Вещь настолько симпатичная, настолько поразила меня, что я, конечно, решил, что нужно с вами обязательно поделиться и поделиться вкусом этого тортика и вкусом кофе, который с чагой и с полынью я буду пить вот из такой красивой кружечки. Кружечку мне подарила Ира Пнева с мамой. Ира вообще, мне кажется, святая, ангел из ангелов. Она инвалид первой группы от рождения, никогда не брала пенсии. Закончила два высших образования, работает много лет в налоговой инспекции. И вот еще дарит мне кружечки. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Если у вас есть чай, если у вас есть кофе, если у вас есть тортик, то присоединяйтесь. Мы с вами устраиваем пир. И на пиру у нас сегодня то, что нам прислал отец Иоанникий. И поговорим об отце Иоанникии и о всем, что вокруг него происходит. А мне сказали, что ему, конечно, получше. Обыски. Прошло три обыска. Они на него сильно повлияли. Это очень неприятно. Все эти действия... Сладкое. Все эти действия епархии, конечно, тоже. Какой бы он ни был герой, но ему 80 лет, у него тяжелейший диабет, он принимает круглосуточно практически людей и не может не сказаться вдруг вот такое предательство. Со стороны, можно так сказать, своих. Но кому-то это удивительно, мне-то нет. У нас 10 лет в митрополии это творится регулярно. Как пришел новый сначала епископ, потом митрополит Иосиф, у нас заводили уголовные дела не раз и неоднократно. Отец Авросий Юрасов недавно умер. Царство Небесное. Уж святой человек, я тоже считаю, что святой человек от правы матушки, который поднимает его и всем доказывает, что человек был святой. Правильно, был святой. Но на него же заводили уголовное дело. Секретарь епархии Уткин Виталий вместе с полицейскими
проводил обыск. Разорили тогда в Красном монастыре все, монахов, священников, настоятелей в одну сторону, монахинь в другую сторону разослали по области. Еле-еле это все вернулось. И то, как вернулось, так. Вот. Так и стало все в раздельную. Искали-то чего? Якобы миллионы искали. Ничего не нашли. Вот. И так далее. То есть все на деньги завязано. Мое уголовное дело. Да, заводила не епархия. Но прошло 2 года, уже можно было его закрывать, и вдруг епархия опять влезает. Опять начинает сама со своей стороны на меня давить, чтобы поделился. И еще 2 года идет это уголовное дело. 4 года. Меня следователь просто вот прямо в кабинете держал и говорит: «Че ты сопротивляешься? Все равно же додавим, сердце остановится и все». Ну вот, отец Иоанникий, конечно, тоже это все потерпел. Говорят, немножечко опух, но не сдается. Служба ведет, и очень много народу едет. Вы меня спрашиваете некоторые, как приехать в Ивановскую область, село Чихачево. Ехать нужно мимо Палиха на Нижний Новгород. Проезжаете мыт, через 3 километра поворот направо. Там стоит огромный крест, часовенку все батюшка ставил. И написано Чихачево. После мыта в сторону Нижнего Новгорода. От креста еще там до батюшки 3 километра. И едут много, и службы идут. Ведет он службы в своем храме, и народу много, и принимает вроде, так что можете приехать. Для меня это радостная весть. Я подумал, что, конечно, с таким диабетом будет сложно, поскольку здоровье за эти 40 лет служения, естественно, он достаточно много потерял. Я вчера посчитал, вот так прикинул, я вообще не знаю, были ли у него выходные. Я никогда не слышал, чтобы он в отпуск куда-то уехал или еще что-то. Ну, болел, наверное. Но вот я прикинул вчера, взял 40 лет, взял 300 дней рабочих, служебных в году. И взял минимум 50 человек в день. Например, у него проходило. Хотя я никогда такого маленького количества не видел, поскольку там только жило у него постоянно больше 50 человек и так далее. Ну, возьмем минимальную. В общем, я вчера насчитал, миллион через него человек прошло. Миллион. Это вот вы смотрите вот парад на Красной площади. Вот. Я не знаю, как вам миллион рассказать. Это очень много. Через одного человека. Естественно, настоящий священник теряет потихонечку физическое здоровье. Духовно это оно укрепляется, и человек духовно все совершеннее и совершеннее, а физически это же надо со всеми посидеть, надо со всеми поговорить, надо все вирусы всех вздохнуть, потому что на ушко разговариваем и все остальное. Поэтому настоящие вот такие старцы, которые вот так принимают, они только силой Божией держатся в многолетии. И 80 лет это, естественно, по таким нагрузкам уже многолетие. И поэтому
Конечно, ожидать можно всего, что хочешь. В принципе-то я вам сказал, он в этом году объявлял, что меня в этом году убьют. Ну, то есть, как убьют, это может быть по-разному. Могут вот так морально убить. Поэтому я не удивлюсь, если он умрет. Но он для меня и сейчас святой, и если перейдет в Царствие Небесное, освободит Господь его от таких тягот, останется святым. Но зачем все вот это, я не понимаю. Вот что эти нелюди делают, вообще даже не представить. Ну как это так? Почему? И они не понимают, а мне начинает складываться подозрение, что наоборот они все понимают и делают так для разрушения нашей церкви. Потому что осознают, что будет после того, как они такое преступление, на мой взгляд, совершат. Отпадает огромное количество людей. Миллион прошло. А сколько родственников? А сколько это? То есть вот его деятельность касается нескольких миллионов человек, получается. О книге, о проповеди, о так далее. То есть несколько миллионов человек сейчас сказали, что это делает наша церковь? Что за придурки сидят в Кинешемской епархии? Но я думаю, что мнение это больше присылает не про епархию, вот, извините, а патриарха все, на патриарха все сразу нападают. Что он же он делает? А патриарх не давал, я думаю, приказания такое сотворить с отцом Иоанникием. И поэтому и патриарха жалко. Слушайте, ну, позавчера и 2 дня назад был у него юбилей. Чин-чином по телевизору показали, что президент ему вручил цветочки, что радостный патриарх сидел эти цветочки принимал. А я чуть не заплакал. Президент вручает их у себя в кабинете. То есть юбилей 75, это считается специальный возраст в духовности, который отмечается особо. Патриарх сам едет в кабинет, чтобы получить цветочки. До этого я посмотрел, думаю, как бывало ли такое. Всегда президент ездил к патриарху и в резиденции все вручал, и все слова были сказаны. Патриарх сидит, улыбается, опять говорит какие-то вещи, но вот прямо то, как он подвинут, прямо видно, что он сидит вот в таком состоянии виновного, скорее, человека, чем торжествующего. И понятно почему. Я посмотрел хорошенько статистику. Я посмотрел количество гибелей от пандемии и просто ужаснулся. У нас 40 тысяч священников. Умерло 200 клириков. Это вот что я собрал уже. То есть дикана. Ну, теперь вы видите, что уже там и епископы и так далее умирают. Это 0,5% из всего состава клириков. Никто не считает, конечно, что там прихожан или так далее. Это уже только умерли 0,5%. Вы представляете, если бы умерло 0,5% от ковида населения в стране? А представляете, 0,5% умерло бы население Москвы? Да Собянина просто бы разорвали, если бы у него вдруг умерло. И понятно, что
сидеть в таком состоянии, что ты со своим ведомством оказался ниже плинтуса нелегко. У нас рядышком ведомство здравоохранения. Люди в красной зоне. Да, тоже гибель большая. Царство небесное всем врачам. 400 человек практически. Но у нас врачей 600 тысяч государственных и с негосударственным 1 000 000 практически. Не просто не 0,5%, а 0,03%. В 10 раз меньше, чем священников. Поэтому я понимаю, сидел бы перед патриархом другой человек, которого все вспоминают. Я думаю, он здесь бы не сидел и получал бы не цветочки, а кое-что потяжелее. Но, а кто виноват-то? Это чего? Он, что ли, там должен рядом с каждым священником стоять и смотреть, протирает он, не протирает, там лжится, в масках ходит или не в масках, есть социальная дистанция или нет. Он что ли виноват? Нет. Естественно, что первую голову виноваты епископы. Это их была задача сорганизовать так все, как нужно и где надо закрыть, где нужно посмотреть, как сделать и все остальное. А где эти епископы? Ну, я уж не говорю там про епископа Мефодия Кондратьева, который рекомендовал и даже объявил всех, кто боится вируса, предателями, как во Вторую мировую войну предатели были. Его проповедь я вам показывал. Где она? Екатеринбургская теперь епархия. Почему она не говорит, что Екатеринбург и область чуть ли не на первом месте по ковиду? Где этот Кондрашкин? Он ходит по этим палатам умирающих? Или так все еще сидит в окопах? И в эту ситуацию, когда всем нужно было собраться, сосредоточиться, бодрость, вспомнить о радости и бодрости, все, ученые уже доказали, что тот, кто унывает, тот заболевает и умирает быстрее. Нет, кому-то показалось, что в это время мы половим рыбку в мутной воде. Весь этот скандал с Сергием надуманный совершенно. Надуманный абсолютно. И весь от епархии происходящий. Решить это все можно было легко и просто. Но они решили поиграться, словом задавить, умность свою проявить, письмом ответить на письмо. Вы что, не знаете законов соцсетей? Ну и получили. И здесь та же самая история. И здесь та же самая история, что они не понимали, что ли, что люди-то не дураки. Люди-то, увидев это, этот-то миллион, который к батюшке приехал за 40 лет, скажет, что вы делаете. А самое главное, он спросит, кто вы такие, почему вы это делаете. И спросить, я считаю, есть с кого. Должны ответить вот те, кто за это все несет ответственность. Ну, прежде всего, здесь, я так понимаю, все-таки епископ Кинешемский, там от него некие такие идут указы. Но слушайте, они, похоже, уже добились того, что хотели. Я же забыл совершенно вот эту линеечку, которая у нас есть в митрополии, в епархии. У нас с иконами и утварями
церковными все не совсем чисто, я вам так скажу. Они ж приехали уже в храм к отцу Иоанникию на машине и увезли из храма уже иконы. Никого из общины отца Иоанникия не впустили. Я не знаю, делали ли они там какие-то описи, списки и так далее того, что увезли, но, похоже, увезли то, что им нужно было. И я ж совсем забыл, что вот этим у нас, можно так сказать, балуются. Несколько лет назад в Америке целые автомобили остановили с иконами. А там номера, печати храмов, иконы Ивановские оказались. Тогда очень удивлены были все и рассуждали, а кто же это может делать. И оказался один, кто, оказывается, антиквариатом хорошо интересуется. Это опять тот же самый секретарь Виталий Уткин в митрополии. И скандал тогда замяли, но как только вот смогли, так выпустили все указы. И, во-первых, всем храмам приказали сдайте наиболее ценное имущество под хранение, чтобы его не воровали, это имущество. Ну, может быть, это в какой-то степени и оправдано. А там, где не все сдали, и там, где не все захотели жители отдать, просто во время смены одного епископа, ой, одного священника на другого, делают вот таким образом. Месяц назад, я уж извиняюсь за термин, ограбили Острецова. Точно так же. Там сначала 2 месяца пил монах-священник, так службу и не провел, бегал по селу с матерными частушками, курил и так далее. Андрей Ефанов, его попечитель. Никого не запретили, не увезли его лечиться и все. Но приехала машина и увезла утварь, увезла иконы. И здесь уже приехала. И я вспомнил этот их промысел. Там ради одной иконы могли всю эту операцию провернуть. Мы не знаем какой. Храм-то, да, в 30-е годы там убили отца Иоанна Доброхотова, новомученик, прямо около храма убили. И, конечно, пограбили храм. Но после этого он и в войну не закрывался, и после войны не закрывался. И туда, конечно, несли. Там были иконы. Батюшки сколько дарили этих икон. Никто ж не думал, что приедет машина и заберет. И мне кажется, что это вот и была главная цель всей этой операции. Вот. И мы не знаем, сколько стоит эта цель. Там могла быть, я как-то однажды только был свидетель. У нас тоже 3 раза грабили. Причем в наглую, вот так вот я прихожу, то есть служу, стоит, ходит, смотрит. Ну, вижу, что бандюган, он смотрит не просто так, вот, и все остальное. Вот. Значит, подходит ко мне после службы. Да, батюшка, бедновато у вас в храме-то. Я говорю, ну, а что мы его начинали с этого? Со склада. До меня там батюшка был, его ограбили. Вот. Ну, дома, наверное, у вас зато хорошие есть. Я говорю, пошли, покажу. Пришли, а у меня он сейчас стоят бумажные, тогда стоят. Ну, вы как-то живете бедненько. Я говорю, так не бедненько будешь жить, а грабит, да и все. Ну, это-то да, это верно. Нас все храмы ограбили. Так интересно, что вот эти грабители стали меньше появляться, а вот так, таким образом из храмов все увозят. Так вот, я ему говорю, слушай, ну а как, вот неужели это так вот выгодно, неужели может быть что-то в этих храмах или еще что-то такое ценное, что надо грабить, надо священников убивать, сторожей или еще что-то. Ну, он говорит, да, вот
такая маленькая иконка может тебе сделать всю жизнь. Поэтому, я думаю, цель уже достигнута. Поэтому они сейчас могут маленечко успокоиться. Поэтому жалко отца Иоанникия. Поэтому жалко всех прихожан, которым сомнения в душу внесли. И поэтому я сижу с тортиком от отца Иоанникия, который услышал, что я думаю о тортиках плохо, и доказал мне, что нет, есть у нас еще промышленность. Даже как-то прорекламирую вам, потому что я давно такого не пробовал. Вот у Сладов пломбирный тортик. Хит продаж. Это я просто так рекламирую. Ну и, конечно, хочу вас всех еще раз успокоить и убедить, что все делается по промыслу Божьему, и ничего не делается без ведания Его. Нападение такое может быть на любого праведника. И оно происходит тогда, когда некая ослабленность появляется вокруг него, духовности. Ослабленность какая появилась? Пандемия. Там народу стало меньше. Вот. Молиться стали меньше. И поэтому вот злые силы решили, бабах, все, теперь мы все здесь ликвидируем. Хороших священников убьем. Тех, кого не убьем, погоним. Тех, кто выживет в этих гонениях, и оставим. Такое впечатление, что вирус, вот как у него есть вот это свойство. Вчера опять читал, что главное свойство начала вируса – это конъюнктивит, то есть глаза начинают, и сдвиг по фазе, сумасшествие. Такое впечатление, что вот этот сдвиг по фазе вообще-то первый признак. И это может быть даже главный признак. Потому что что случилось, как случилось, в общем, достаточно все интересно. Так что здоровья отцу Иоанникию. Можете приезжать, даже если не примет, и не это. Просто там помолиться. В этом месте ясно, что сейчас сошлись силы небесные и ангелы. По периметру стоят и охраняют. Вот. Ну и сами не забывайте, что в любой момент может на вас быть такая напасть, как кто-то из сильно религиозных, сильно верующих скажет, что вы не знаю кто. Вот. И не огорчайтесь. Видите, даже с лучшими мира сего такое происходит. Здоровья вам всем, радости. Аминь.